Легкие штрихи карандаша, расслабляющая музыка и полное погружение в собственный мир. Так художник Алексей Вичкиалев создает картины. На публике работает впервые, но говорит, главное прислушиваться к своему сердцу. Я ухожу совсем, мне очень становится спокойно, нет никаких проблем, нет никакого мира. Есть только я, рисунок, карандаш, больше ничего. Это, ну, такое очень специфическое состояние, очень интересное. 10 художников разных жанров и направлений создают свое видение того, куда может следовать сердце, каким оно будет и куда приведет. Ответы на эти вопросы рождаются из-под кисти художников. От чистого сердца хотели бы, чтобы жители города задумались на какие-то, возможно, философские вопросы и получили именно теплоту, любовь и позитивные, положительные эмоции здесь. Интерактивная выставка «Путь сердца» пробудет в Самаре до конца июля, после чего отправится на фестиваль «Протока». А пока мольберты стоят в холле, каждый житель Самары может оставить художественную память о себе на одном из них. Марианна Мирная, Григорий Плешаков. События. Мы начинаем свой проект.